Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, приветствую вас на ежегодном фестивале «Нальчевского рока». И сегодня целый вечер с вами я, Ирина Ракитина, и мой соведущий Руслан Шевенцюков. Все поклонники нашего фестиваля знают, что «Новый рок» проводится, как правило, зимой. Но в этот раз, по просьбе трудящихся, мы решили дополнить год ярким событием и в летний сезон. И это все благодаря вам, ценителям настоящей живой музыки. Располагайтесь, расслабляйтесь, наслаждайтесь свежим воздухом и прекрасными видами и звуками настоящего живого рока. Сегодня нам уже 15 лет. Ну, не знаю, и фестиваль «Самый новый рок» мы объявляем открытым! Ура! Ну что ж, давайте не будем долго затягивать наше 15-летие. И прямо сейчас пригласим на сцену нашего гостя. Встречайте, наш гость из Москвы, Игорь Кудрявцев и отряд «Джона в окружении». Идейный, креативный, умный, поприветствуем громкими аплодисментами. Харизматичный! Отложи все свои дела в Москве, где живут. Нет, он придет к нам со своим подарком. Мы помним, конечно же, огромное количество разных историй, связанных с командой. Название их несчисленных альбомов. Отряд «Джон» в окружении. Игорь Кудрявцев, приветствуем. Что тут делаем? Мы тут работаем. Да? Да. Отдыхает? Нет, работаем. Работаем. Всегда утонула в море мечта, растворилась в теле душа, полетела вниз голова, и никто не сможет помочь. Завтра будет пища, будет ночь, место есть, но некому сидеть. Сто машин, компромиссов нет. Я Робин Гуд, я терминатор, я на корабле ликвидатор, я снова Бэтмен, я авиатор, души и тела, я аниматор, я Робин Гуд, я терминатор, я на корабле ликвидатор, я снова Бэтмен, я авиатор, души и тела, я аниматор. Скупила и слова, и на
Давайте, давайте, давайте.